Итак, сегодня у нас на тесте BT715. Это, скажем, на ступеньку ниже от BT780. Этот прибор отличается тем, что у него нет памяти для нескольких сотрудников. Все тесты идут от одного пользователя. И также у него нет встроенного принтера. Во всем остальном он повторяет своего старшего брата. Сейчас мы посмотрим, как он работает на автомобиле Lexus и продиагностируем его аккумулятор. Итак, мы подключились к клеммам аккумулятора и сейчас протестируем его в стандартном режиме. То есть будем диагностировать только сам АКБ. Заходим в меню, выбираем проверку аккумулятора. Система у нас 12 вольт, аккумулятор обычный. Протестируем вне транспортного средства, это значит, будет диагностика только самого АКБ. Расположен у нас сверху терминала, аккумулятор обычный. Будем диагностировать по системе и его продиагностируем. У нас на аккумуляторе указано 600 ампер ток. Задаем номинал аккумулятора. И нажимаем Enter. Начинается проверка. У нас выходит приговор аккумулятор, замените аккумулятор. И напряжение аккумулятора 12,65 вольта. Измеренное значение пускового тока 377 ампер при номинале в 600. То есть это уже недостаточно. Сопротивление внутреннего аккумулятора. Срок жизни аккумулятора уже 53%, то есть подходит почти половине. И его зарядка уровень 100%. То есть этот аккумулятор должен быть заменен, чтобы не было проблем с холодными зимними при старте. Итак, сейчас мы проверим этот же аккумулятор только вкупе со всей системой зарядки. Это будет у нас и генератор, и стартер. Заходим в проверку аккумулятора, 12 вольт также, обычный. Только теперь его берем в транспортном средстве. Клеммы у нас не поменялись, также сверху, тип обычный. Та же система EN, 600 ампер. И начинается проверка. Первый этап абсолютно аналогичен, за исключением вот этого меню, где у нас показана температура. У нас сейчас чуть выше нуля, поэтому берем выше нуля. Обнаружен поверхностный заряд. Требуется включить фары. Включаем фары. Обнаружено включение. Выключите фары. Выключаем фары. Проверка продолжается. Измеренное напряжение похоже на то же, что и было у нас просто на аккумуляторе. И теперь мы будем проверять стартер. Нажимаем Enter и запускаем двигатель. Двигатель запущен. Запуск у нас нормальный, хотя напряжение упало до 10 вольт. Проверяем дальше заряд. Нажимаем Enter. Проверка генератора. Сейчас идет проверка без нагрузки. Теперь у нас требуется включить дальний свет. Включаем дальний свет и включаем вентилятор. Идет тест генератора при нагрузке. Выключаем нагрузку, выключаем дальний свет. Система зарядки у нас в порядке. Без нагрузки 14,2 вольта, при нагрузке 13,93. То есть в данном случае что мы можем сказать? Аккумулятор у нас
желательно заменить, а стартер и генератор работают нормально. В меню прибора у нас также есть просмотр, это предыдущее измерение, выбор языка, информация о версии. Вот, в принципе, все, что есть в меню. Прибор достаточно простой и похож на 780. На этом наш обзор закончен.